Деньги волчок, не кусай нас на бочок. Постояли мы немножко на смотровой площадке, на скале, полюбовались этими шикарными видами. И теперь приступили к второй фазе нашего подъема. Станция Петри, гора Петри, Зубцы. Все посмотрим, все покажем. Краб-краб. 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 Осторожно надо очень быть здесь, туда забираться. И уверенно в себе. Краб-краб. 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 Осторожно надо очень быть туда забираться. И уверенно в себе, что не свалитесь. Постояли мы немножко на смотровой площадке, на скале, полюбовались этими шикарными видами. И теперь приступили к второй фазе нашего подъема. Станция Петри, гора Петри, Зубцы. Все посмотрим, все покажем. Не кусай нас на бочок. Ладно. Пройдем. Можно пройдем? Все, ребятки, еще двигаемся вверх в сторону смотровой площадки на Ялту. За нами уже Мескорский гроб остался. Мы сейчас на высоте 960-980 метров. Осталось нам совсем немножко. Дорога все еще набирает обороты, становится круче. Идти становится все тяжелее. А по факту осталось идти совсем немножко. Наверное, давным-давно делали, укрепляли дорогу. Уже все съехало. Ветхое такое стало остаться. Все еще держится. Такой наплыв камней здесь был.
любители экстрима оценят. Вот такой вот мост. Ребятушки, очередная высота. Смотровая площадка на Ялту. Вот на моей спиной. Да, вот. Ялта. Виды какие, красота.